Западноафриканские страны призывают мир оказать им помощь в борьбе со смертоносной лихорадкой Эбола. Правительства этих государств говорят, что им не хватает ресурсов для того, чтобы остановить вспышку заболевания. Обсуждение проблемы прошло в рамках конференции по вопросу здравоохранения. Ее цель – разработать стратегию преодоления эпидемии, которая уже забрала жизни 467 человек в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии. При этом чиновники отмечают, что еще одним очень большим препятствием в преодолении бедствия являются сами жители африканских стран. Чего же боятся люди? Недавно представительство Красного Креста в Гвинее сообщило, что было вынуждено временно приостановить свою деятельность на юго-востоке страны. Это случилось после того, как на врачей, специализирующихся на Эболе, напали вооруженные ножами неизвестные. Подобное происходило и раньше. В апреле на Центр врачей без границ в Гвинее напали молодые африканцы. Они обвинили международную организацию в том, что это она завезла заболевание в страну. Таким образом, иностранным врачам становится все труднее изолировать заболевших Эболой и, соответственно, ограничить радиус распространения вируса. Наша самая большая трудность – это отрицание, страх и паника. Люди очень боятся болезни. Люди боятся и при этом не верят, что болезнь существует. Из-за этого они заболевают, а члены сообщества прячут больных, а потом хоронят без мер предосторожности. Министр здравоохранения Либерии также сказала, что зачастую вирус передается именно во время церемонии похорон. В ее стране они подразумевают тактильный контакт с трупом умершего. В Сьерра-Леоне и соседней Либерии отношение местных жителей к проблеме такое же. Люди пытаются избежать лечения, поэтому фиксировать число заболевших Эболой крайне сложно. У нас проблемы, которые не связаны с возможностями наших учреждений. Это большая угроза для нашей компании по борьбе с болезнью. Нам мешают пренебрежение, невежество, отрицание и культурные традиции. При этом замминистра здравоохранения Сьерра-Леоне добавил, что стране необходимы средства на покупку медикаментов, а также базовые защитные униформы для сотрудников. По приблизительным данным, эпидемия Эбола на данный момент распространяется в 60 регионах в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Вирус вызывает жар, тошноту, внутреннее кровотечение и диарею. Смертность от Эбола составляет 90%. Болезнь передается в результате контакта здорового человека с кровью или выделениями больного человека или животного.